Научно-техническая компания по обработке деревенских деликатесов из редкого горного сырья Фулинь округа Тахнгалин развивается на основе богатых местных ресурсов и повышает добавленную стоимость продукции с помощью растений холодных регионов. В курчевой лаборатории по использованию лесных и посевных ресурсов в провинции Хэйлунцзян при Северо-Восточном университете лесного хозяйства исследователи изготавливают микрокапсулы с недавно изобретенным лютеином. Это проект сотрудничества между научно-технической компанией по переработке деревенских деликатесов Фулинь округа Тахнгалин и университетами. Благодаря микрокапсулам и передовой технологии заливки эффективно решена проблема потери питательных веществ сока абрепихи, производимого предприятиями. Когда мы разработали напиток из сока абрепихи на ранней стадии после того, как сок добывался из дробленой ягоды, его питательные вещества утрачивались. После повторных исследований наши исследователи не преодолели эту проблему. Поэтому мы подумали, что мы должны использовать силы университетов. Лютеин – каротиноид, защищающий зрение. До этого содержание лютеина в соке абрепихи, выпускаемом компанией, было практически нулевым. С применением технологии содержания лютеина в каждой бутылке было увеличено до 6 мг. В нашей провинции от внедрения лютеина до его фактического применения в продуктах наша компания является первой, занимающейся производством. Компания «Фулинь» расположена во внутренних районах Большого Хикана, которые обладают богатыми лесными ресурсами. Не желая оставаться в рамках только природных ресурсов, компания увеличивала инвестиции в научные исследования и расширила цепочку выращивания подлесных культур. Опираясь на жесткие стандарты новаторские исследования и разработки каждый год, продукты исключаются в конце. Компания всегда придерживала более 200 продуктов, отвечающих рыночному спросу. С совокупной производственной мощностью 1800 тонн и была оценена как национальное ведущее лесохозяйственное предприятие и национальное МСБ, основанное на технологиях. Следующим шагом будет создание цифровой мастерской. Мы будем инвестировать в исследования и разработки, в улучшение качества продукции и расширение рынка, чтобы добиться больших результатов в этих областях.